начаться только после согласования с двумя профильными министерствами. Минтопэнерго и Минрегион. Вчера, 16.00, горосполком, через главу госадминистрации поступило письмо. Ключевое слово в этом письме «погоджуется початок опаливаемого сезона» для объектов соцсферы, имеющие собственное котельное альтернативное источник. Также здесь указано, что отопительный сезон для всех регионов начинается согласно правилам отпуска тепловой энергии, тоже уже сказал городской глава, при температуре трое суток подряд плюс 8 и ниже. Значит, поэтому сегодня мы выносим проект решения, который позволит, первое, снять пломбы и подать газ на 68 котельных соцсфер. Также позволит запустить теплоноситель на 42 котельных обл. Теплоэнергии при подтверждении лимитов, которая обеспечит теплоснабжением 69 объектов социальной сферы разной формы собственности. Это два роддома, лечебные учреждения, детские сады, школы, другие больницы, поликлиники, интернаты. Значит, согласно 296 постанове, нам доведены помесячные лимиты. На 3 декабря октября у нас газ для региона предусмотрен. Ждем официального подтверждения на Кнопкогаз, которое должно зайти буквально в сегодняшнего дня. Если коротко, у меня...